Всем привет, дорогие зрители и подписчики наших каналов. С вами снова Артур и Артём. Всем привет. Мы брутальные байкеры. Да. И поехали уже на миссию. Как ты так сделал? Тебе скажи. Я нажал назад и кнопку газ. Это было... А я не могу свой заказ лить. Ну, видимо... У меня тяжелая машина просто. Видимо, да. У тебя тяжелая машина или хилые руки. А нифига себе хилые руки. Я, кстати, своего персонажа хочу чуть-чуть подкачать попозже. Набрать ему весу. Чё там, дед проехал, тебя уже стреляет кто-то. А не говори, там уже куча целей появилось каких-то. Звони кому-нибудь и поедем, поможем. Окей. О, какой резкий подсыпал. Телефон, Пирс. Чё и говорит? Чё? Не знаю. Он, наверное, сейчас приедет. А, нет, ты не туда позвонил. Возможно, ты звони. Короче, выбираешь второй пункт миссии. Здесь выбираешь. А, телефон выбрал. Okay. А, Кинзи позвоним. Давай, драк. Вот отсюда. Куда-нибудь. Блин, у нас не прямая, конечно. На светофор она нормально выйдет. Ага. О, тут. Ты видишь свет светофора? Блин, там стреляет уже. Да? Вон там прямая. Давай быстрее, пока мне тут не пришитили колеса. Все нормально. Мужчина, давай, три, два, один. Поехали. Я знал, что это будет просто какая-то подлянка. Чёрт, как так? У нас не получилось, брат. Ну да. Мы не туда едем. Мы вообще едем куда-то? Ну, мы на миссию едем. Никогда. Так, ну ты пока отправляйся в убежище Кинзи, а я обезопашу твой. Да-да-да-да. Проверишь. У вас просто недостаточно денег, да я не собирался покупать этот магазин. Я просто хочу себе новые ботинки и мои, потому что очень глупо выглядит. Не, нормально. Я такой в брюках. В фильках. На колках. Да. И с прической царица. Хотя... Прикольно. Так, я приехал. Заезжать на миссию? Сейчас, погодь. Okay. У меня штаны не такие деловые, что были. Вот такие абибасы, это самое оно. Сейчас реально просто семок не хватает. Окей. Меня кто-то стреляет еще. Давай, заезжай. Good. Guten Morgen. I thought someone who just got out of captivity would want to live it up a little more. Not really. I hate people. Oh. Okay, so в прошлой серии мы как-то заигрались так. Да, неплохо так. Да. Не, ну а что, народ просил, чтобы мы больше качались там в беспределе. Вот мы качались по беспределе. Ну, да, в основном, конечно, качались. У меня такие глаза, это вообще. Реально, похож на Валаса из Far Cry 3. Я тебе говорил, что такое безумие? Да, он, блин, обладает. Рядом Шагарат такой, шел бы ты отсюда, петушок. О, смотри. Да, это как раз начинается миссия, типа трона там. А ты со мной, что ли? А, мы вместе едем? А кто рулит? Ты рулишь? По-моему, нельзя попадать на вот эти вот штуки, на этот огонь, а ты попадаешь. Окей, я думал, наоборот. Аналогично, у меня припадок эпилептический. Сейчас начнется. Хренаешь. А, тут и по потолку можно, то есть. Тогда норм. Пользователь. Это пользователь. Балин, пользователя. А что мы делаем? Ну, знаю, едем прямо. А, нам нужно танки, по-моему, эти разрушать. Да? А нет, нам нужно за время успеть проехать вот этот все чекпоинт. 8 из 11 проехал. Так что не волнуйся, все у нас получится. No problem. No problem, of course. Of course. Давай. Come on. Давай, все, последний. А, все, уже и так. Короче, это было... Зашпал лазер. Да, примерно такой, стробоскоп такой. Вот. И все дела. Сколько нам дали, сколько? Сколько мне звать, сколько? $5000, Джим. 2000. Тебе 5 дали? Конечно. Обидно. 198 км в час.
Та-та-та. Где моя машина? Where is my bike? Смотри, ты какой мускулистый, а я рядом с тобой какой. Ты какой-то пацан с улицы, с района. Слышь? Попасть даже не можешь. С места сдвинуть вообще никак. Так, новое задание для... Простите, МК. Полицейский. Да нет, а ну давай, хорошо, ну па. Делай что хочешь. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Системки есть, да? Золотые купола. Что мы ранили? Круто. Так, ладно, что мы делаем дальше? Давай позвоним Кинзи. Я уже позвонил. Мне понравилось. Где мне взять свой мотоцикл? Хороший вопрос. Ты кому факт показал? У меня тазер? Откуда у меня тазер? Донос. Монитор был. Хе-хе, точно работает. Так, это что такое? Ты говоришь, что такое? Достал. Так, поехали, что ли? Ну, давай, действительно, поехали куда-нибудь. На чем? Там просто нам машину вам привезли. А, привезли, отлично, спасибо, пацаны. Я оказался чуточку быстрее. Поехали. Поехали. Сейчас будет резкий поворот, мужчина. Ты могёшь. Блин. Блин. Я прекрасный водитель. Черт, я чуть не упал. Это очень глупо выглядит. Сейчас еще крепее будет. А, вот это было опасно. 21 секунда рекорд. Оставь меня! А, черт. Все нормально. Устройте всеобщую резню предоставленным оружием. А предоставленное оружие у нас бесконечные... Гранаты. Гранаты. Ну, не только гранаты. Ну, окей, но у нас как раз врагов хватает сейчас. Ой, Тёма, беги! Нормально. Кому нужно оружие, когда есть гранаты? Ну, кому нужна война? А! Да, блин. Я тут. Здравствуйте. До свидания. 200 тысяч у нас. Я, честно говоря, как-то даже сомневаюсь, что у нас вот такими темпами получится за 5 минут сделать. Посерьезнее искать. Ну, мы будем стараться. Ну, уже 22. Давай заправку взорвем. Давай, взрывай. Во, неплохо. Оп. Комбо. Комбо 45. 47. Комбо. О, неплохо так. 64. Вот это пошло, вот это поперло. 71. Ой, сколько машин класс. Воу-воу-воу-воу-воу. Да капец, как обычно, тралли набежали. Аза-за. Давай. Ну, а блин, ну, кстати, 90 уже есть. Да, разберемся, тут вообще, как оказалось, все просто. Да. Ну, старый, старенький. Старенький, окей. Расстрелять, товарищ Абери. Товарищ Берия, уберите ведро. Вернитесь. Предписанный район, черт, я уже разошелся, короче. Да-да-да, ты там это. А то что-то я взрываю денег, нифига. Черт, меня сбил куда мудак старый. Ну ладно, бывает. Соточка есть, прошло половина. Нормально, успеваем. Ой. Ох, хорошо. Ох, хорошо. Тебе на. Вы, кстати, бессмертный, оказывается. Да? Это было серьезно, открытие для меня. Да, кстати. Что-то мало машин. Ох, пролетел такой. Мотоцикл? Ага, такой крутой. Я запустил. Я на нем ехал, запустил. Ого, тут. Ну, вы запустили ролик. Свой мотоцикл. Запустили, конечно. Мотоцикл учить надо. Да. Что я тесу? Почему это как бы было? Так, у меня вообще деньги чуть не накапливаются. Да, что-то да, резко так стопорнуло. Так хорошо пошли. Кто?
слабое звено. Самое слабое звено! Прощай. И этот голос просто реально был в ночных кошмарах вспоминать. Это да. Куда ты убежал опять? Нормально. How did that happen? Of course. Так, вот смотри там. Бабайка к тебе пришел. Бывает. Ого. Вау. Вот это ему не особо понравилось, я думаю. Не, блин. Если бы он еще был чуть-чуть, она. Я думал, ты скажешь, если бы он еще был чуй. Нет, чуй, лоба. Сделай чуй. Я вышло. Ну и ладно. Давно, кстати, не делал. Чуть даже. Да, блин, кидай ты кругом. Почему-то у нас ничего не получается. Мы сейчас возьмем, да и... 137 тысяч уже. Ну, еще всего полторы минуты осталось. Да, нормально. О, хорошо так штукарик ты поднял. Спокойно, не беги, не беги, не-не-не. Это я ему. Да ему вообще пофиг. Да не-не. Во, пошел, ну, пошел процесс. И что за него? Вообще ничего не дали. Я побежал, короче, на перекресток, там это лучше получалось. Надо сразу и помногу. Да, сразу и больно. Ну-ка. 50 штук насобирает. Давай, давай. Да, блин, с этим дробовиком вообще есть смысл воевать, нет? А фиг знает. Блин, еще полтинничек, 50 секунд. Тема! Мы не успеем. Это очень плохо. Все очень плохо. Очень. Машина, стой, на. На, машина. 30 секунд, 165 тысяч. Ох, хорошо. 175, Тёма. 175. Черт, у меня вообще никого тут, на самом деле. Галяк. На перекрестке надо было стоять. Да я что, 178. Да, я уже своих тут взрываю. 179. Да, 10 секунд. Ну, мне понравилось, на самом деле, поэтому... Я бы еще раз с удовольствием поиграл. Чувствуете, мы сейчас и займемся. 184 тысячи. Блин! Короче, ну... на перекрестках встаем и кидаем гранаты, пока в комбу не войдете. Okay. Ты в одну сторону, я в другую. Да. У каждого своя точка. Эй, мужчина, постой! Блин, он меня сбил. Ты можешь себе это хорошо начать? Да. А чего они от гранат бегут? Действительно. Дураки какие-то. Глупцы. Бегите, глупцы. Ендаль. У меня комбо 20. Я куда? А у нас одинаково комбо. Зачисляется. Отлично. Прощай, машина. 33 сейчас много дадут. Я бы еще кого-нибудь убил, но у меня никого нет. Да, аналогично. Комбо сливается. Вот, с окопов может побольше дается. Так, давай там, короче, лови. А я тут на этом перекрестке останусь. Комбо 14, 21, давай, на нету никого совсем, он люди. Вот я тут кого-то сделал. Да блин, ладно, ты смотри, какой он испуганный. Взял, задавил меня. Вот пес. Суть же не в том, суть, чтобы я их убил. Полиция, хватит убегать, вы же должны защищать общество. Защищать так, и служить. Граната, говорит, протекант. Чё-то никого. Нормально, нормально, идет процесс. Ну да. Бензоколонка взрывается, не? Да, еще и как. Ну это хорошо. Ох, она пошла как. Как надо. Как никогда. Ага. Ну, кстати, неплохо. Да блин. Вон там много всего едет. 70 тысяч. Нормально. 3 минуты. А кто там постоянно стреляет и всю мазу портит? Ну, как бы в них тоже кидай. Ну, тоже-то да, но из-за них машины начинают отъезжать. Это меня отсолочь. Раздражает. Это, по-моему, несправедливо. Это не хорошо. Вообще никак. Нать, нать, и вам нать. 38 комбо, 43, 44. Хорошо. Хорошо, 48. Давай, Тёма, как там у тебя дела? Копай, копай. Ура. У меня FBI уже идет. Воу. Ну, FBI они только машинами отличаются, а тут такие же комбо. Толково. Такие черные чарджеры.
тонированный, посаженный. Так, мусоровоз. Да не жили. Черный приора. Ты как этот прям, который микрофон поет. Очень похоже. Кто микрофон поет? Ну, они, как правило, Тёма, все микрофон поют. Ну, которые... Эти самые, которые... Ну, эти. Ну, Сталин. Ну, Сталин. Смотри, они заложниками тут пользуются. Копы? Не, бандиты думают, что я буду спасать. Неплохо так назревали. Давай. В этот раз, я думаю, у нас все получится. Должно. Блин, я теперь еще не горел. Ничего-ничего. Горишь и перестанешь. От этого еще никто не умирал. Да. Да, получи гранату, фашист. Так, 20 тысяч осталось. Давай, сейчас будет. У меня 25 тысяч комбо. 25 тысяч комбо? 29, 30 уже. Ну ты понял. Конечно. Да. Так, конечно. Да, 26. У меня 26 тысяч дали только что. Всем дали. Нет. Нет, только тебе. Окей. It's mine. Mine. Копы на мотоциклах, господи. Копы на мотоциклах. Все, отлично. Дети на велосипедах. На балалайках. Все, отлично. Это было круто. На балалайках. Еще кучу денег дали. Ага. Две штуки, небось. Две штуки. Да, какашки. Что, авторитет сколько? Уважуха. Уважуха — это такой термин, которым пользуются, как правило, в чебуречной при вокзале. Уважуха. Ты какой-то больше такой, там, этот, рокер такой. Ну, естественно, такая борода. А я такой этот. А ты капуэра. Капуэра. Так, какую машину возьмем? Да вот это неплохо. На самом деле, очень плохо. Бабку куда вытащи. Пенсию гони. Пенсию гони. Пенсию гони. Слышь, че? А есть пенсия? А если найду? Ну, с тобой тум-тум. Блин, зачем я с тобой поехал? Там... Все очень хорошо. Так, ну, давай на следующую миссию погнали, что ли. А что такое кулак? Не знаю. Уже сколько раз видел. Ну, наверное, всех отмудохать. Да, всех отмудохать. Это по нам. По нам, да, нужно всех убить. Ого, сколько их там. Я забыл, кстати, у нас патронов нет. А нет, патронов хватает. А я... Мы не бессмертны теперь, вот это плохо. Да ничего, зато у нас есть винтовка. Ты всех побивал, нет? Почти. О, винтовка, говорю. И взял гранатомет. Отлично, зато сработало. It's working. It's working! Ну, всех убили. Всех? Нравится. Давай перепрыгни забор. Не умеешь перепрыгнуть забор? Да. Что же ты за гопник? Ну, у меня такой... переросток. У меня он не такой, а слышь, чё? А чё это ты такой, Вася? Такой у меня, короче. Эй, Вася, иди сюда. Вот у тебя должно неплохо получиться. Да, неплохо получилось. Чёрт, у нас 4 звезды, офигеть. Покоя не дадут. У меня 3. Ну, уже да. Ух, я наконец развернулся. Не прошло я полубога. 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 Ну все уже полный. Прикольно, кстати, выражение. Не прошло я полубога. И что ты тут делаешь? Я выпал. Ну, переодеться, чтобы они с ней доставали. А-а-а, хитрый план. Так точно. Идеальное преступление. Я переоделся. Даже страшно смотреть, что там у тебя получилось. Ну и что там? Да я трусы выбираю. У меня, кстати, это никак не помогло. Ладно, бля.
Тогда я сниму эту штуку все-таки, потому что мое лицо это бесценно. Так, есть какие-нибудь шорты там, я не знаю? Да, вот я одел. Какие-нибудь такие, там, чисто такие. Чисто такие, ну какие-то чисто вот такие. Нормальные такие шорты. Пацанские шорты. Ну да, вот типа таких. Ага, вот так. Ну, чтоб типа пацанский шорты. Ну, типа, чтобы сам был. Типа чтобы как пацан. Деле, да. Блин, стреляет, черт. Всю малину. Нормально. Пацанские шорты хотел одеть. Вас сейчас сбили всю малину, поймаешь? Давай. Че, не пацан? Шорты мне сбивать. Эти очки нельзя. Да блин, ты почему? Ох, их надо убить, его. А я уже скупился. А мне они просто испортили вообще гейминг в целом. Сволочи. Черт, я пытался ее схватить. Давай там как-нибудь решай вопрос, мне нужно переодеться. Ого. Ого, это кто-то там. Что было? В игре, наверное, в игре. Не, нифига это у тебя. Конечно. Ага, как-то так. На натуре пацан с качалки вышел. Бывает. А есть какие-нибудь интересные маечки? Порота это прибежал, за который я не успеваю. Да блин, все испортили меня. Хотя, пусть будет так, нормально. Эо, человек, отпусти. Ой, извини, человек. Брат, я нашел. Братка. Круто, я нашел винчестер. Ага, а я нашел взрыв. Блин, спрятаться. Все очень плохо. Да дарба, блин. Сейчас. Может быть. Да, блин. Не порти сон, ну не подходи, не порти сон. Да блин, эти упоротые роллеры, они жесть, жестят вообще. Бежим, бежим. Тупо да. А что, у тебя калаш? Не, дробовик, винчестер такой. Ага. Женщина, ты, по-моему, что-то перепутала. Гадости попутала, мне еще говорит. Попутала, я даже сказал. Ты че попутала? Во, хорошо вошло. Иди сюда. Слушай, а как это... Мне кажется, нашел нам транспорт. Не умирай, чиф. Ты залезаешь? Это Rolls-Royce? Да. Эстетско. Эстетско так. Однако. Копец, кордоны. Однако. Вот если он уфрит. Такая классика игры. Да, у меня мидл. Такие пацанчики едут. Чисто культурные. Ага. Ну, нормально, просвещаемся. Нормальные пацаны. Давай там позвоним Зимосу. Зимосу. Еще раз, я случайно А нажал, в то время появился. Давай. Такой. Блин. Светские люди такие в машине. Да, культурные. Светская машина, светская музыка. And all I gotta do is drive them. That's right. How long can they be surprised? Bye-bye. Ухи. Как там в этом Dead Space? Там момент, когда корабль половина отваливает с ней. Так, пока, Эль, пока. Юха. Черт, мы горим. Хороший был проходить. А, надо выйти было, да? Ты где-то в речке там? Нет, 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 ты видишь меня. Ой, у меня вид такой был, очень смешной. Так, господа полицейские, спасибо за машину. Пока. Ого, кто-то вышел через лобовуху. Зачем ты вышел через лобовуху? Крыса! На! Давай, братуха, гоним его! Бам! Бам-бам! Чё бам-бам? Бам-бам!
О, прикольно. Рельсы наверху. Кстати, поезда, можно на них кататься? Поезда, наши поезда, самые поездатые поезда в мире. У меня прикольно заглючил скайп на самом деле сейчас. На слове поезда и получилось именно вот четко. Я не хотел, нет. Конечно. Может, это не скайп у всех. Я парюсь, по-моему. Да, и туда поехал. Да нормально я еду. Ладно. Можно и так сказать. Это была часть плана. Чё он хочет? Чё ты хочешь? Чё ты хочешь? Я вышел. Сейчас, встал. Подожди. Один ушел. Все, спокойно вроде. Пойдем. На блин, я выпал. Бывает. Ну, он мне такое сказал. Я просто выпал. А, ты новый взял? Ну, типа. Солидный. И старый нравится. Солидный. Чё с мигалками вообще тут? Приехали. К сутенёру. Без палева так. Прям под... Да, блин. Что происходит? Катайтесь по городу, не подпускайте к себе попар. А я. Никого, кого не подпускать? Меня опусти. А ты в машине? Нет, я выпал. Я не могу, прикинь. Во, ну, все. Ты можешь. На заднее сиденье сел. Ладно. Мне, пожалуйста, так, лучший ресторан города. И побыстрее. Такие два интеллигента. Подожди, тут что-то вот надо сделать. Забрать эту, сука, панковскую. Покатайтесь по окрестностям, дайте клиенту. Ты знаешь, чем я занимаюсь? Чем? Это я все делаю звуки. Я надеюсь. Надеюсь, не со мной. А хрен знает. Вам там удобно? Хватит, если слишком приблизиться. А снятый материал идет. Машине удовольствие перестанет расти. Да, ты там дал. О, я нажимаю кнопку. Это победа. Да, я кручу этот правый стик. Фен хочет. Че, все что ли? Я такой во вкус вошел. А я застрял и не могу ничего делать. Высадите клиента. Я там просто маркер был. Все отлично. Это было смешно. Да, уж. И к чему, самое главное, непонятно. Нет, мне понравилось. Это лучший момент в игре вообще. Особенно, когда я крутил правым стиком по кругу. Так, стимулировал. Да. Правый стик. Правый стик. Я назову тебя Ванда. Че это я с этим чуваком? А, это ты с ним за ручку стоишь, окей. Оп, 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 оп. Ну-ка, подожди. По-моему, слушай, подожди, по-моему, неплохо. А тут копы, не пались. Что там с ним? Ничего. Я на картах. У нас все нормально. Все хорошо. По-моему... А что за сердечко? Слушай, вот почему все делаешь, ты оставляет? А, ну в тебя, в принципе, стреляют. А попасть могут в меня. Стрелять будут по мне, зацепит вас. Садись. Поехали. Так, я что-то уже боюсь Зимусу звонить, у него все задания про этого. Ну, кстати, да. Кинзи, я не двигаюсь больше боксов. Я вышла и нашла меня. Кто? Декер, 12-й, я был хакинг. Подожди, не отвечай на это. Я помогу тебе выйти. Хорошо. Машина такая, кстати. Можно свою машинку вызвать, интересно. Ну-ка, сейчас я так, телефон. You can do more damage if you try. Нет. Печально. Ну, если что, Олега можно позвать. Олег всем тут намотает. Кстати, я денег снял опять со счета. Да я забываю. Да, а ты забываешь. Во, последователи возрождаются. А мне последователей не надо.
Прикол. Урон. О, это мне надо. Качайся, господи. Окей. А я тут... У нас все хорошо, в общем. Ну, я слышу там бам-бам-бам. А на урона от пуль не хватило. Вау, я нашел новую машину. Смотри, чё. Зачем нам эта машина? Она крута. Это ты стреляешь? Да. Мы фастер! Он огнем плюет, черт подери. Полиция, стой! Ой, по-моему, они что-то заметили. Да, поехали. Я тут с тетенькой решил вопрос. О, нет, мне же нужно... как это? Даша. С легким паром. Или просто будь здорова. Да уж. Да блин, у тебя голова отлетела, но как ты можешь так? Это же все-таки Джонни Гетт, чтобы это не значило. А ты жжешь там? Да. Черт, не туда поехал. Вот, тяжело разворачиваться, да? Такая, как мне сорвалось. Воу-воу-воу-воу-воу, полегче. Нормально. Взял машину. А, со мной вообще не едешь? Нет? Чёрт. Ты мою машину только что испортил. Окей. Давай я прям с тобой. Ты назад тоже можешь? Так оно вперед стреляет и что-то сзади, короче. I don't like it. Ещё и типа ускорение. Во, мой зон как надо. Давай переключу. Капец, ты ушел. Да. Девушка такая только встает, ты шип и пойдет. Не-не. Во. No worries, love. The same thing for you. Gopnik. You think this is gonna be easy? Во, отличная работа. Тимплей. Я никого не убивал. Не надо обманывать. Ого! Нехило так задавил. Норм. Они так и будут их давить, нет? Возможно. Окей, у меня перезарядка идет. I'm reloading. Ок. Опять кого-то толкнул. Как так можно вообще? Оп. И. Не-не. He was my target. Ладно, я заберу. Так, ты правую, я левую. А, ну ладно. О, вот там, с катанами. С катанами? Ладно, хоть не с катанами. Да, это было опасно. Такие. А тут есть возможность выстрелить, скажем? Ой, это было круто. Вау. Ну, практически в спец. Нас. А вот теперь просеемся. Блин, машины все исчезли. Черт. Ну, даже было такое. Нет. Было нечто похожее. Да? Никакой. А блин, из-за твоего туловища я реально ничего не вижу. Поэтому я буду назад смотреть. Ого. Круто. Не. Кооп. Team play. Team play. Where is it? Where is our enemies? We must kill him and defend our... Кандри. USA. Поди. Careful. Я быстрее иду вперед, но я не могу. Что мешает? Тушка чья-то. Тушка. Жирный пингвин. Роб прячет тело жирное в утесах.
Где она? Вот она! Ого, у него все отвалилось, что можно. Да блин, что ты делаешь? Да нормально. Нормально. Мои справа. Твои тоже. Сзади кто-то что-то слышит. А ты был бы. Давай в людей стрелять. Людей? А там танк! Вот это был тимплей. Это был тимплей. Да. Of course. Смотри вперед, ты видишь, что спереди. Может, я не вижу, что там спереди. Нет, к сожалению. Cops. I hate cops. Вот это был просто скиллшот. Не. Ого. Как надо. Зад воз эсом. От слова эс. Авесоме. Авесома. Авесоме. Эсу аудиторе деференза. He's killing our friend. Protect him. Our people. Так, ну что, защищайте, защищайте, у машины совсем мало здоровья. This is your fault. Может, хватит в нее стрелять, как бы. Думаешь, да? Ну это чисто. Да блин, аккуратно что-то! Нормально. Не пройдено. Почему то? Сколько мы там не прошли? Блин, чего неудобно? Воу, сюда, сюда. Окей. Учтем. Не, не. Не. Сейчас шипёт, смотри, такой. Девчонку главный шонди. Не. Да! Да! Нормально. Так бывает, когда на переканке стреляешь. Shit happens. Да, дерьмо случается. From time to time. Да. Come on. Ого, я, по-моему, своего случайно забил. Факт. Черт, перезаряд. А, перезарядка. Это не профессионально. I can cover you from above. Pleasant from above. Черт, машина у них уже повреждена, офигеть можно. Это ты виноват. Это я. Мама. Прикольно. У меня сзади как раз такой карапуз. А, это Будда? Какая разница. Кто? Вот смотри, машина целая. Ага. Это я виноват. Как мультики. Я настоящий мальчик. Да, да, да. А, не стреляй, тихо. Я понял. Вроде задели в этот раз. Почти никого. Тимбург. Кооператив. Мега скилл. Желтое мясо вокруг. Остальное Вьетнам. Мой штык весь был в пусках желтого мяса. Знаешь, откуда у меня эти отметины на лице? Ой, что-то мне так захотелось этот фильм пересмотреть. Да, классно. Ничего не скажешь. Еще где-то пистолет был у одного там, между ног. Да-да-да. Чик-чик. Секс-машина. Кто такой? Все, понял, ухожу. Ножичек спрятал такой. Я хочу Укуренных посмотреть первых. Я обожаю этот фильм. Вот раньше я вообще, когда его первые несколько раз посмотрел. Когда я его несколько раз посмотрел первый, я вообще не понял, в чем прикол. Ему оно настолько тупо. Ну блин. Потом я смотрел его еще и еще, это нечто просто. Шут!
там по-своему подготовиться надо, чтобы его смотреть. Да-да-да. Говорит, бросить якорь. Сколько ж он весит. Забыл, я в кино все один раз слышал. Еще перевод надо найти. Нет, тот в тот сам момент, когда я в машине еду, там, убитого человека. Ага. Дуру такую вытащил. А? Че? Поговори. Блин, это моя ошибка. Да ладно. This is all my fault. Horrible. This is horrible. So horrible. This is very horrible. Че там она орёт еще? Да нормально. Calm. Bullshit. И трубу такой. Туф, кто такой? Там пар такой. Да-да-да. Let off some steam, Bennett. Черт, я реально пересматривал этот ролик и тупо фразы наперед говорил. Это с детства смотрит эти фильмы. Обещал меня отпустить. I lied. Да, да, молодой такой еще. Да. Сара Коннор. Извините, говорит, а здесь живет Сара Коннор. Мне, конечно, очень неудобно. Начните проинтересоваться. А Сару Коннор можно? Сара Коннор выйдет. Она наказана. Ну ладно, я. Ура. Ура. И я в 97-м зайду. В августе. Да. Это было 27 августа. 29 августа 1997 года. Давай. 6 тысяч. Ну, в принципе, блин, это было, по-моему, прикольно. Мы я люблю, я люблю заболтались. Все взрывать. Заболтались, да. Не. Фу, 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 фу. У тебя вообще капуэра надо делать. Но чё? Нет, у меня... Я мужчина, ты мешаешь тут. Братские разборки. Ну, он в тебя почему-то стреляет. Ну, потому что я начал... И на этой позитивной ноте мы закончим эту серию. Fuck. Да. Я такой, nice, very nice. No, it's very nice. Увидимся в следующей серии. С вами были... Мы. С вами были мы. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Всем пока.